Солнышко. Солнышко. Ушки, ушки. Всем привет. Вот наша Кэнди. У нас тут перестановки. Она вот вышла, нашла себе другой угол. В общем, мы решили объединить ее с Каем и с Маской. Кай очень хорошо повлиял на Маску, поэтому, думаю, может быть, так получится и с Кэнди. Да, Масуль? А ты уже ходишь здесь? Кай? Кай? Вот, сейчас уберем перегородку и будем смотреть, пока я здесь, будем смотреть, как они будут общаться. Ой, Зёпа! Ой, Зёпа! Ой, Зёпа! Маска! Маска! А ты моя! Ой, хвост, хвост, а! Ой, хвост! Да я же вижу, что ты рада! Да, я же вижу, что ты рада! Ой, хвост тебя сдаёт! Ну да, да, ты девочка, да. Сделай вид, что ты скромница, да. Ай, Кай, больно? Кай. Белка, ты тоже пришла в гости? Ничего, моя зёйка, такая зёйка, моя девочка такая хорошая. Да, 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 да. Вот, в общем, как разберем, обязательно вам покажем, как они сойдутся. Я, конечно, правда, не знаю, как теперь Кэнди обратно в вольер садить. Ну, ладно. Продолжение дня. Вот так Лика у нас пьет водичку. Она считает, что лучше разлить, и будет мокренькая лужа, и нежели миска с водой. Это уже раз четвертый за день. То есть как бороться с ними, я не знаю. Да, дети. Дети. Сейчас будет скарабкиваться, мы в деревне. Нет, не будешь? В общем, мы решили, если Куше жарко, то попробовать ее искупать. Ребят, не бойтесь, она у меня на руке, потому что мне самой страшно. Я понимаю, что все собаки умеют плавать. Водичка уже теплая, она весь день на солнце. Но как бы я боюсь ее отпускать. Вдруг именно моя не умеет плавать. Давайте. Отек. Отек. Хорошо, да? Отек, она моя искупанная. Моя искупанная девочка. Вся мокрая, как таракан. Да? Выдра маленькая. Тебе выдра маленькая? Тебе хорошо? Жарко тебе, да, дочь? Малышам очень жарко, как и всем другим. Вот. Все собаки прячутся в тени, либо кто-то наоборот, у кого полутень загорает. Вот, сейчас мы Ликушу положим обсыхать. Да, дочь? Может, ты так водичку не будешь разливать? Ага. Давай, говорит, я тебя укушу за это. Я? Кто злой? А Лука злой? А Лука злой? Лука злой? Нет? Не злой? Вот они, кусочки тараканы. Вот, загорают, шкодят. Бегают, прыгают, спят, кушают. Четыре дети. Ну вот, ребят, мы объединили наших Маску, Кая и Кэнди. Кэндюш, иди ко мне. Кэнди. Кэнди. Вот так вот ходим на всех лапах. Кэнди. Кэнди, Кэнди, иди, дочка, иди ко мне, иди, моя девочка, Кэнди. Ну все, при виде людей она прячется, она
ищет себе угол, куда можно спрятать морду. Да? Если за тебя переживает, малыш. Она рычит, но как бы есть прогресс, она уже не кидается, не огрызается. Вот, ее можно гладить, хоть она и рычит. Грозная собака. Да, моя ты грозная. Да, моя ты хорошая. Прям грозная-грозная. Да, да, моя девочка. Грозная. Да, грозная-грозная. Все тебя боятся, все боятся. Да. Малыш. Ну, чего ты? Да ладно, ладно. Кэндюди. Но зато у нас есть прогресс, когда моем полы. Можно сказать, Кэнди, уйди, 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 дочь. Дочь, уйди. Ну ты же отходила, я же мыла вас полик, ты отходила. Ну, малышка. Давай. Давай, отходи. Ну, отходи, уходи. Отходи, говорю. Я здесь помою. Вот. Вот так мы скачем. Кэнди нет. Кэнди нет. Зайка. Не надо прятаться, пожалуйста. Кэнди. 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 Ну вот, все равно, ребят, прячется пока. Прогресс есть, но он очень небольшой. Я не знаю, сколько потребуется времени ей адаптироваться. Вот есть моменты, когда ты ее гладишь, она молчит и не рычит. Есть моменты, просто она рычит, но хотя бы она уже не огрызается. Да, моя девочка. Моя зайка. Моя солнышко. Вот. Наша красоточка. Красоточка наша девочка. И хвостик у нее красивый. И лапки красивые. Да, лапки красивые. Красивые лапки. Ой, какие красивые лапки. Вот они лапки наши красивые. И девочка у нас красивая. Да? Кэнди. Кэнди, малышка. Давай, иди, сходи погуляй. Иди, покажи еще, как ты хочешь. Пожалуйста. Кэнди, пожалуйста, покажи, как ты хочешь. Кэндюш. Вот, вот. Ну, ну, что ты стесняешься? Ну, вот она стесняется. Все, ладно, я не буду ее мучить. Девчонка стрессирует. Потихоньку мы верим в то, что когда-нибудь мы еще, возможно, будем целоваться, обниматься, что она будет активной собачкой, ласковой. Мы убрались. Кэнди. Кэнди в углу, кайчик на матрасике. Маска? Ай, маска. Маска, передай привет. Ой, передай привет, моя зайка. Да ты привет передаешь, да. Ну, скажи всем привет, да. Вот так. Какой привет, покажи. Ой, вот так, привет, да. Масуль. Ой, какая девочка у нас. Ой, какая у нас девочка. Маска. Вот так мы умеем. Вот. Окошко. Да, маска? Ой, маска, маска. Ой, маска, маска. Маска, маска, маска. Маска, маска, маска. Моя зайка. Ну вот и Кэнди убрала. Ага. Обратили внимание, она спрятала голову. Да. А хвост-то ходуном. У кого хвост ходуном? Моя девочка. Моя хорошая. Моя сладкая девочка. Вот она девочка. Кай, ты что делаешь? Ты хочешь порвать еще матрас? Каю. Ложись. Ложись. Вот, почешись и ложись. А я с маской посижу.
Моя зойка. Это наши шрамики. Они так и будут у нас навсегда теперь. Да? Да, моя зойка, моя девочка. Тихо-то почесать надо, да. Вот так вот почесать надо. Кай! О, Кэнди отреагировала. Кэнди! Кай, передай привет. Кай! Ну, простите, мы заняты, мы ухаживаем за собой. По вчерашнему ролику вы видели, что у нас здесь очень много травы. Вот. Мы узнали у местных, чтобы скосить придомовую территорию косарю, которая с электро вот этой вот косилкой, нужно отдать 1000 рублей. Но Толик натащил косу и сам это все скосил. Осталось только убрать траву. Вот. Вот так у нас чистенько теперь перед домом. И также во дворе он тоже скосил. Вот, теперь их всех видно. Донгус, помаши. Передай привет, Донгус. Вот так проходят наши будни. У нас варится каша. Мы сейчас доварим, возможно, сходим прогуляться с собаками. Ну, очень жарко на самом деле. Собаки все прячутся в тень. Пьют очень много воды, то есть день проходит очень быстро, потому что нужно очень много разносить водички им. Вот. Кормить. Да. Гладить всех надо. Ребят, всем спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот такие наши трудовые будни. Всем добра.